Кларнет, тромбон, банджо, туба – оригинальные музыкальные композиции, исполненные на этих необычных инструментах, можно было услышать в первый день джазового фестиваля «Акваджаз». Потрясающее выступление квинтета «Либерти» под девизом «Смех и радость мы приносим людям» не оставило зрителей равнодушными. И действительно, с самого начала концерта юмор и задор участников группы создали в зале неповторимую атмосферу настоящего праздника джазовой музыки. В их исполнении прозвучали джазовые стандарты, а также произведения в стиле Dixieland Blues и авторская музыка. Оксана Травницкая с семьей приезжает в Абхазию с полуострова Таймыр уже много лет и старается не пропускать фестивали и концерты, которые проводятся во время ее пребывания в нашей стране. Мы приезжаем сюда в концерт, в филармонию, в МВО, там приходили в концертные залы, Дом культуры, Шаратын, вот Кавказ ваш, это все. И здесь вот на джазовую попали, джазовый концерт в Приднестровье. Очень понравилось. Позитивные ребята такие, классные, очень хорошо, очень профессионально. Молодцы. Виолетта Байбикова преподает в Государственном училище культуры, и по ее мнению, такие концерты и фестивали в Абхазии нужно проводить чаще. Я очень люблю вообще посещать концерты филармонии, постоянно и стараюсь не пропускать. А сегодняшний концерт очень понравился. Ребята настолько позитивные, настолько энергичные, настолько музыкальные. Мне очень понравился то, что они сегодня сыграли очень много разной музыки и разных как бы эпох, ну как бы из кинофильмов. Вот. Ну, хочу сказать, что такие концерты, конечно, очень нужны. Среди зрителей было и много музыкантов. Анастасия Логова, студентка музыкального училища, с детства занимается музыкой. Сцены боится, но сегодня она и ее друзья с удовольствием приняли участие в концерте, выступив вместе с участниками группы «Либерти». Мне нравится джазовая музыка, но на таком концерте я побывала впервые. Мне очень сильно понравилось, и нам удалось не только послушать джазовую музыку, но также и поучаствовать в концерте. В исполнении группы «Либерти» впервые в Абхазии прозвучали композиции на банджо, струнном щипковом музыкальном инструменте в виде бубна. Банджо родом из Африки. Изначально его делали из тыквы и обтягивали воловьей кожей. Специально для фестиваля Министерство обороны Республики Абхазия предоставило музыкантам свой инструмент – тубу. Артисты коллектива получили громадное удовольствие от выступления на сцене Абхазской государственной филармонии в рамках фестиваля «Сухому Акваджа 2019. И, конечно, это все благодаря абхазскому зрителю, благодаря тем эмоциям, тем чувствам и той теплоте, которую мы испытали, находясь на сцене. Конечно, зритель знал, на что он шел, на какую музыку. Он понимал, что должно быть что-то новое, что-то интересное. И использование таких инструментов, как кларнет, труба, банджо, тромбон и туба, на сцене, наверное, в таком синтезе впервые были, они звучали на этой сцене. И, наверное, Dixieland впервые звучал. Мы постарались максимально разнообразить программу с тем, чтобы обычному, неподготовленному даже зрителю было интересно, понятно, доступно и весело. И табуб дараться. Dixie Quintet Liberty был создан в 2004 году, а уже через 7 лет он получил статус государственного ансамбля. Артисты группы – участники различных международных фестивалей и конкурсов духовой и джазовой музыки, и их репертуар довольно разнообразен. В завершении концерта в исполнении квинтета прозвучали известные музыкальные композиции из советских кинофильмов. Гугуца Вардания, Томас Чековани, Абхазское телевидение.